Всем привет на канале Мосолимп. Сегодня в работе у нас автомобиль Шкода Октавия. Автомобиль уже разобрали, поверхность подготовили к проклейке, все обезжирили, все поверхности. Вот так выглядит у нас штатная шумоизоляция в багажнике. Дно багажника 3 ромба. Такая вот большая арка и такая вот полоска вибра на всю арку. Изнутри арка вообще голая абсолютно. На крыло наклеена полосочка у нас вибра, но все равно все звучит как барабан. Автомобиль шумный, по правой стороне и того меньше вибра. Все это будем проклеивать без шума. Разобрали крышу автомобиля. Вот такие две огромные секции. Ни одного кусочка вибра, ни шума поглощающего, ничего нет. Соответственно, идет вибрация, шум улицы. Так, разобран у нас салон. Салон завибрен минимально производителем. Полоски кинули на дно и на этом успокоились. Вместо задних пассажиров вот такие вот два ромба. И на этом сочли достаточно. По дверям. Двери тоже разобрали. Ну, тоже присутствует вибра. Но, тем не менее, недостаточно. Все это будем проклеивать. Передняя водительская дверь. Ну, и того меньше. Под колонкой небольшая полоска вибра. И в верхней секции двери. Все проклеим, обешиваем. Начинаем работу.